Молодец. Я ожидаю. Ну так, вышли прогуляться, ребенок увидел песочницу на чужую лопатку. И здравствуй, стерка, как говорится. Wenn mein Baby so gemacht hätte. Es hat geschrien ohne Ende. Tag. Mit Doppelrahmen gefüttert. Was soll das? Ich tue die Kopfschi doch im Boden. Каталея. Jetzt hast du Haut! Goldige Haare, goldige Nägel. Es wird wirklich gold. Nur Das ist mir scheißegal. Ich liebe Alten. Буся, аккуратнее, пожалуйста. Там Кощей над златом чахнет. Это вот Луис. Вот это он открывал, смотрите, кто там. Малый, человеческий детеныш. Все, у тебя уже книжки не помещаются, да? Ну, красиво сделал. Там тоже. Гости же придут. Наверное. Вилку забрали, да? Здесь теперь будет своя постель. Осталось только дождаться постельного белья, да? Давай сюда в комнату отнесем. Подушечка, одеялка. А что ты на пол все кидаешь? Лось, это же не на пол кидать. Смотрите, как все упаковано. Сейчас успокоим. Не осталось постельное белье дождаться. Думаю, оно сегодня придет. Но нет, в белях. Дружочки. Думаешь, проснется? Или нет? Я говорю, может, проснется еще или нет? Да? Ну, да, недолго тогда погуляем. Ну, давай, залезай. Ехала сюда с Лёвкой. Помню, после собеседования как раз. Видно. Говорю, Лёвка, давай отметим, что мы с ним сели покушать. Я поэтому и не знаю, как детей-то одевать. Ну, да, нет, а вот тепло. Мы вчера на улице прям почти целый день были с Лёвкой. Мы даже какие-нибудь крыши не проехались. Ну, там, да. Приехали в Базель. Пойдем сейчас посмотрим. Спустя 2 года наконец-таки у нас традиционная осенняя ярмарка. Туда пойдем сначала или туда? Давай. Ой, рад. Потому что он наконец-таки в городе. Они ходят по лесу кружком. У него прям восторг дикий. Трамваи, люди. А как рада я, вы даже себе не представляете. Потому что я задолбалась ходить по кругу в гольф-поле. Едь в город. Пешком. Да слой смотно, как-то сложно ехать. Пешком в Германию закупиться и обратно. У меня прям вообще диссонанс.
А, Луис, ты тоже хочешь? О, господи, как классно в городе. Как я скучаю по городам. Надо будет все-таки купить уже проездной и ездить в город. Смотрите, какая красота. Ну, карусельки я уже вижу, ребенок тоже. Нет, в тот раз там была другая каруселька, не такая, которая в виде солнышка. Да. Да. Опасность, опасность. Ребенок увидел. Выключи камеру. Аттракционы. Мы пришли в фунджук-дог поесть найти. Там сзади проверили QR-коды. Здесь есть? Я не вижу. Уиджи расстроился, что не пустили на карусельки. Идем дальше искать. Качайте, как в детстве. Качаю, катаются. Что скажу? В общем, за 4 года она очень испортилась. Артур бежит, я ничего не успеваю сказать даже. Марчик летит, я не успеваю ничего записать. Летит, летит просто. Пытается со мной поравняться. За 2 года, ну не знаю, она очень испортилась, по крайней мере, вот эта часть. Ярмарки нету, фондюдога нету. Ничего нету. Притормаживаю чуть-чуть, я не успеваю. Иначе рука ребенка оторвется с той скоростью. Фондюдога нету. Очень много аттракционов, которых раньше не было, на которые дети реагируют. И очень много детей маленьких. Ну, их и раньше было много. Мне все равно за вами бежать придется. Смотрите, елочные игрушки базелевские. Символы Базеля, рожь, церковь, трамвайчик, да. Церковь, барабан, это карнавал, который здесь проходит, и вот всевозможные карнавальные герои. Красиво, правда? Мне тоже купить базелевские. Скелетики нравятся. Ну, это не базелевские, это Мексика, ребята. А вот базелевские нам что-то нужно купить, а мы никак не можем определиться. Там вон еще дракон какой-то есть. Где? Зелененькое что-то. А, да. Дракон это. А вот всякие эти тоже. Вот ты хотел свечки, смотри, вот эти тоже прикольно смотрятся. Маленькие, такие более безопасные, я бы сказала. Да, Луис? Луис,
Ты обиделся? Все, с нами не будешь разговаривать? Ручки спрятал. Замерз? Да. Лампы, да. Нравятся тебе такие лампы? Красивые? Знаешь, что это? Булочечка. Ну, смотри, у меня еще есть. Уже... Ой, тут банька пахнула сразу русской. Чувствуешь? Надо. А тут нет контроля, да? Мне кажется, нет, вся, вся движуха тут, мне кажется. А там просто все детское сконцентрировали, и поэтому, мне кажется, такая вся история. Уже стемнело малость, машинка мне все перебивает. Так, там книжки. Здесь уже узнаваемая ярмарка началась. Я бы взяла еще орешков домой в карамели. Очередь за фонтудогом. Как ты знал? Я подожду. Ну что, одну галочку проставили. Фондюдог поели. Ты доволен? Я довольна. Осталось попить глинтвейна. Взять каких-нибудь сладостей. Здесь тоже фондю. Здесь, в принципе, везде фондю. Но здесь фондюдог. Здесь тоже с фондю что-нибудь. Ну, с фондю просто. А вон эти французы тоже фланкухан. В тот раз мы с тобой ели. В принципе, прошло 2 года. Здесь все стоит на своем месте. Марципан. Ой. Как в старые добрые времена. Да? Я говорю, как в старые добрые времена. Ну, здесь в том, что рынок прям, магазины, и поэтому все такое. Вот. Я очень хочу миндаль в карамели. Ну да, но там, мне кажется, знаешь, там вот эти пасты, это из-за детей, потому что в основном детские аттракционы. А они-то не прививаются, ничего. И из-за этого, может быть... А почему-то в последнее время думала в Украине. Почему-то в последнее время у меня посещала такая мысль насчет этого ловца сна. Над постель в спальне. Ну, мне кажется, это так пошло. Там тоже... Базилевский какой-то этот, да, сладости. Прям видя это. Ворот сделан. Но пока что все, везде пластиковые только стаканы вижу. Сосудный рай. Добро пожаловать домой. Смотрите, как красиво тут. Базилию тоже люблю. На Ротельдам больше. Особенно там, где мы живем. Уже сел 15 минут, и ты дома. 15 минут, и ты в Базеле. Но у нас тихо. И мусор по графику не надо выкидывать.